Всем привет, с вами я, Ред, и сегодня я решил проверить игроков на щедрость и доброту. Я буду подъезжать к игрокам и просить денег, и посмотрим, дадут или нет. Но я думаю, мы можем начинать. Прямо сейчас выдвигаюсь искать первого человека. Немного проехав, я увидел игрока, который просто стоял недалеко от заправки. И вот я решил написать. Ку. Можешь дать плиз 100к. На тачку не хватает. И тут же первый человек согласился помочь, и мы поехали на ИК, чтобы проверить все до конца. Вот мы приехали на ИК. И вот он реально дал мне 150 тысяч. Я, конечно, его отблагодарил и вернул ему его деньги, сказав, что это все проверка. Запомните этого добряка. Также я знаю, что многие будут потом искать этих людей и просить у них денег. Но я прошу вас, не делайте так, работайте. Остановитесь. Немного покатавшись, я нашел еще одного игрока и решил попросить у него, на что услышал ответ. Ну не знаю. Типа я на все сам зарабатывал, поэтому работай. Давай, удачи. Вот так он мне ответил и правильно сделал. В жизни халявы мало. Лучше пойти и поработать, чем попрошайничать. Немного поискав на карте игроков, увидел метку и отправился к ней. На месте оказалась девушка, что нам еще больше подходит. Мы приехали, она мне дала по денег, и я также отблагодарил и вернул ей потом деньги обратно. Девушка оказалась добрая, хоть это и странно. После опроса троих игроков я не остановился и поехал искать еще людей. И снова нашел. Решил подъехать к человеку на стильной Волге и попросить у него. Человек оказался добряком, а на фоне орал какой-то больной человек, который, кстати, потом нас сбил и убил. Не давайте, он был болен. Этот добряк согласился, и мы помчали до ИК, чтобы он мне перекинул бабки. Он передал мне деньги, и все было окей. Третий добрый человек из пяти оказался щедрым и поделился баблом. Ну а я снова все ему рассказал и вернул деньги обратно. А он подписался на мой канал. Напиши в комментариях, если смотришь это видео. Под конец видео я сразу поехал на аукцион и решил попросить у кого-нибудь денег там. И встретил чувака на Неве, который снова с радостью согласился дать мне деньги. Мы приехали на ИКХ, и он передал мне деньги, и я по той же схеме отдал ему деньги обратно. Снова добрый и щедрый человек. Ну вот и подошел видос к концу. Сегодня мы опросили 5 человек, и 4 из них оказались добрыми и щедрыми. Огромное спасибо каждому из них. Если вдруг смотрите это видео, то напишите в комментариях. Ну а на этом мое видео кончается. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока-пока.